Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся в той самой пещере, в которой закончили предыдущую серию. Здесь мы ищем мятежную некроманшу, которая совершенно поехала умом. Хочет отомстить Нелту. Ну, это, в принципе, дело житейское. Но она поубивала всю команду шахтеров и вообще... Ну, помешанная. То есть она разговаривает... Слышит голоса в голове и убивает все, что движется. И это нужно прекращать. Мы, конечно, это все делаем не из лучших побуждений. Нам просто нужны деньги. А Нелт их платит. Поэтому мы занимаемся данным. Так, подожди. Ты взялся. Засада — это не круто. Господа, вам нужно к стене. А сейчас мы будем... нет, вот так. И вот так. Хорошо. Вот в этой засаде погиб наш Доша в прошлый раз. Больше мы этого не допустим. Спокойно. Что? Все похоже. Блин, опасное место. Не для меня, потому что я-то отмахался бы в любом случае. Вот для тебя. Что ж ты делаешь? Предыдущий серий, ну, вообще как будто неуменяемый был. Не атаковал никого. Убегал ото всех. Не знаю. Бегал с голыми руками. Сейчас вроде пришел маленько в себя. Так, ну и что, где же ты? Сюда нам не нужно. Тут, скорее всего... Да, тут завал. Скорее всего, какой-нибудь ящичек есть. Есть? Смертельная трава. Ой, я таким не занимаюсь, мне это не нужно. Пусть алхимики какие-нибудь придут, наберу. У нас все попроще. Ножик к горлу и вперед. Вы видите это? Так, ну-ка, Дормидонт. А что, нормально, что ли? Я думал, сейчас упадет. Ну, хорошо. Сейчас, скорее всего, будет ловушка какая-нибудь опять. Коварная баба. До ужаса. Так, вот эту штуку надо будет выключить. И, в принципе, более-менее нормально там все будет. Так, хорошо, приступим. Бежать ей, похоже, уже особо некуда, так что можно не спешить. Далеко не уйдет. Так. Да ничего это не было, все нормально. Пошла проверять. Так, второй. О, сейчас мы с тобой поговорим. Да блин. Не просто попасть с этого ракурса. Да. Совсем не просто. А вот он попадает. Что это было? Так, минус два. Все, можно резать. Что, спалилось? Ну, хорошо. Блин, не туда пошло. Смотри, как она ходит. Ее не попадешь просто, она непредсказуемая. О, как полетела. Да, лук мне в стрельбе не сильно помогает. На. Сильная. Ну, хорошо, давайте мы тогда возьмем стенной меч. Бритву Мирунаса. Любой.
ты посмотри, какая. Офигеть. Нормально. Это она с двух ударов, с трех получается. С одного даже. Ну, это достаточно печально. Блин, ты посмотри, где мы. Сейчас опять придется эту засаду пройти. Ну, теперь уже по-быстрому, я думаю. Ну. Минус. Да и какого черта? Пойдем. Хорошо. Так, теперь. Дармидон, ты где вообще? Тут? Ломай его. Все спокойно. Давайте попробуем, а что будет, если мы сюда... Хотя нет, сейчас упадем еще. Так, отлично, вот мы и пришли. Теперь у нас со скрытностью очевидные проблемы. Потому что мы светимся. По крайней мере, сохранимся. Возьмем лук. И давайте по новой, что ли. Я не знаю, что она какая-то не особо такая приветливая женщина. Так, минус один. Минус два. Сохранимся. И сейчас будем действовать более тактично, получается. Конечно, нет ничего. Вообще ничего нет. Так. Бритва Мироноса. Все, приготовились. Что, все? Ты пад, ты будешь, нет? Я ж тебя убил. Что? Нет! Это было странно. Ну хорошо, мы свое дело сделали. Выдрали у нее сердце просто. Из-за него все проблемы были. Одеяние Талвани. Маги устанавливаются на 75% быстрее. Для магов это, по-моему, одна из лучших одежд вообще. Так, моя стрела, посох молнии, ну его нафиг. Прикольно. Ой, прости. Так, ну, когда мы в открытый бой с ней вступили, это, конечно, было смешно. С одного разряда просто полетели в тартарары. Это выход? Ну, выходом мы займемся потом. Давайте посмотрим, что у нее тут. Как она тут жила вообще. Прикольное место так, да? Рычаг, я так понимаю. Ну да. Камушек. Второй вниз упал. А, нет. Вот он лежит. Хорошо. Она спала. Условия такие, прямо скажем, спартанские. Дош, отойди, не мешайся. Да и в принципе все. Безупречный бриллиант, золото, блин, консерва. Так, окей, больше дневников нет, никаких. Все похоже. Ладно, пойдем, свое дело сделали. Это было довольно криво, то есть вот этот вот последний фаталити, но при этом красиво.
Стояла сначала секунда три. Фух, хорошо. Это. Вот, понятно все. Прикольно так, да? И мы у самого выхода. Кто-то сейчас не вот обрадуется. О, это будет, конечно, классно. После того, как с Нилотом разберемся, нам нужно будет подождать несколько деньков, посмотреть, что там с этим, с раскопками. Я думаю, отдохнем там дня 3-4. Так, нам нужно петлять вот сюда. И кроме того, у нас еще в Скайриме одно дело осталось. Помните, там нужно было собрать ингредиенты. Ингредиенты собраны, осталось просто пойти туда и посмотреть, что это нам даст. Там какой-то гнойный, болевотный бог, чтобы призвать, который нужно с какой-то зелье варево смастырить. Хорошо. И вроде больше-то у нас ничего и нет. Еще говорили, что можно зайти в ледяную пещеру и там череп взять, поставить на трон. Это слишком геморно, слишком много времени на это уйдет. Хотя, может, и займемся. Не знаю, посмотрим. Так, ну что, Нелад. Мертва. Well, you have proven to be a more valuable ally than I anticipated. I have a staff for you, but I would also like to make you a member of my household, a member of House Telvanni. No need to thank me. I know you are overwhelmed. Всю жизнь мечтал. Так, держи камень сердечника. Excellent. I'll take it. Here. Have some septums? Нормально. А что это вообще значит быть членом вашего дома? For now, not much, but in a few decades, when I return to Vardenfell, you would be seen as Morrowind nobility. In the meantime, we would keep a bed and chest here for you. Ну, это, знаете, это для человека это было бы бесполезно, потому что он через несколько десятилетий погиб бы уже. А мы босмеры, как и вы, данмеры. Довольно долго живем. Так, ну хорошо. Давайте мы. Здесь у тебя поспать можно, нет, или мне домой к себе пилить придется? О, смотри, пилит. Yes, master. Although the grand soul gem only has a common soul in it. Idiot! Those are hard to find. Next time don't fill it at all. Понятно. Так, вот лежанка. Блин, не моя. Ну ладно, короче, поехали к себе домой. Там поспим пару деньков. Чё, Дош, все нормально? И я думаю, к нам придет гонец. Так, хорошо, Рейвенрок. Поселение, конечно, не сказать, что прям такое очень уж крутое, но... В Скайриме практически любое поселение гораздо более красивое, чем этот Рейвенрок. Но оно чисто так, на ностальгию. Эти домики, выращенные из грибов, вполне себе прикольно выглядят. Но по сути, если присмотреться, там же два дома знати и несколько... Одна погребальница и два обычных дома, и одна таверна. То есть там практически вообще никто не живет. Дыра еще та. Дракон, конечно... Что надо. Знатно такой. У него когти такие, он, похоже, на скалах живет. Чтобы как раз к камням цепляться, к отвесным. Хорошо, ничего нового. Вроде все как было. Так, что у меня, кстати говоря, в рюкзаке? Ничего особенного. Кто там бегает? Ты что ли?
If you find yourself in the ash wastes, keep your eyes to the ground. Ash spawn. Блин, я подумал, дракон летит. You got a good thing going here now that you... Да все, что доброму воину нужно. Ну, давай посмотрим. Так, стрелы тебя возьмем. Бонитовых тоже, эльфийских тоже. А тебе мы отдадим. Этот нам, конечно, вообще нафиг не нужно. Железный тоже можно отдать. Это отдадим. Блин, да и остальные тоже держи. Вот такие вот неплохие стрелы оставим, а остальное, ну его. Так, из одежды я тебе могу дать. Я тебе ничего не могу дать. Обойдешься. Все, нормально. Ой, серебряный слиток. Ай-яй-яй, подожди, точно. Только же мне нужен. Оружие и броня. Пардон, пардон. Так, ну что, знаете, я думаю, сейчас мы, конечно, придется пережить несколько ужасно долгих загрузок, но мы сейчас отправимся в Скайрим. Мы сейчас выполним то задание, а потом придем сюда за этим последним уже этапом квеста на этот храм раскопанный. Так, поехали обратно в Скайрим. We sail as soon as I'm paid. Держи. Load up, and we'll get underway. Просто, по сути, в Скайриме у нас дел больше. Ну, как сказать, нет. Мы, если там опять останемся на западе и будем все вообще смотреть, все проверять, то мы там надолго зависнем. Но именно из того, что я планировал, у нас осталось одно дело. Сейчас мы разберемся с этими ингредиентами, а потом уже... Все, будем заканчивать. С Драгонборном в целом. Чуть-чуть осталось. Блин, магичка такая, да? Не знаю, в напарнике мне всегда хотелось мага, но как-то не сложилось. Не склалось, как говорится. Хотя я магов не люблю, но было бы прикольно. Ой, блин, ты посмотри, какая вьюга. Я ненавижу этот город. Вообще эту местность. Давайте-ка мы почистим небо. Где оно? Понятно, не тут. Так, крики. Чистое небо. О, полегчало. А что, рыба, что ли, там? Да, кстати, если кто забыл, я по воде хожу. Мне плевать совершенно. Я как Чак Норрис. Я, кстати, под этим мостом ни разу не был. Давайте сходим, посмотрим. Прикольно. Всего-то нужно было получить... так, блин. Сапоги хождения по воде. О, дракон летает. Что-то он как-то глючит, вы видите? Хм, странно. Дракошау, иди сюда, я покататься хочу. Так, пакость. Что-то такое ощущение, что им на меня плевать вообще. Ну. Готово. Так, вторая идет. Дош, я думаю, не скоро еще меня догонит. Ты тут, нет?
Да, блин, настолько мелкие противные твари, что прям я не знаю. Вот он. Так, хорошо. Это хорошо, что ты прилетел. Он меня не видит, по-моему. Да, это ж насколько надо быть незаметным. Ты идешь сюда? Да черт с тобой. Вон там еще один, смотри. Вообще это странно, конечно, потому что по сюжету, когда убиваешь Алдуина, он говорит, все, драконы успокоились, драконов больше не будет. Приходишь обратно в Скайрим, драконов выше крыши. Не, я как бы не против, но просто странно. О, это самое поселение, в котором мы выполняли задание Темного Братства начальное. Помните, здесь у нас жил бомжара. Мы ему сунули ножик под ребро. Что-то странное происходит. Драконы меня не атакуют. Драконов два. Промах. Ну, по крайней мере, он меня заметил, я надеюсь. Или все-таки... Смотри. Какой-то потерянный. Красавец, да? Блин, драконы вообще офигенно сделаны просто. Так, ну, похоже, нам с тобой придется подраться, раз ты не хочешь ничего другого. А, я же не могу использовать. Это ко мне. Блин, печально. Что он делает вообще? Короче, так пешком нам довольно долго пилить, но сначала я от дракона отделаюсь, а потом уже мы придем, как она там, да, вот сюда. Нормально. Приземлился. Пойдемте настучим врага. Смотри, а дракон, ты именной. Не просто дракон, а с именем. Винтурут. Сюда не Винтурут. Ты видишь меня? Я что, незаметный, что ли? Меня просто никто не атакует. О, а что там такое? Пора дорогу смотреть. Так, хорошо. Ладно, сохранимся, потому что мало ли что. Я что-то не понял, вы кто такие? А, бойцы с вампиризмом. Ну ладно, давайте, начинайте. Сейчас мы их порадуем маленько. Это у нас делается с помощью таланта Вампир Лорд. Где вы?
так мы долго будем. Да, нормально. Все, больше никто воевать не хочет. Щенята. Просто посмотрите, да, офигеть. Страшная хрень. Так, ну все, ладно, дракон улетел. Это нам не сильно нужно. Сейчас мы... Да блин, не то. Сейчас мы вернемся в обычный облик и отправимся уже куда хотели. Немножко разметлись так. В память о старых деньках. Оп, и нормальный. Так, нам нужно вот сюда. Подожди, я не могу туда. А, вот могу, все. Прям душу отвел. Настолько прикольно вампиром играть. Насколько и неудобно, конечно же, потому что все его способности, они по сути на одной кнопке висят, и их постоянно нужно переключать. Но способности при этом достаточно мощные, так что без претензий. Хотя вот это вот, то, что бесплотное там перемещение в форме летучих мышей, зачем она нужна, если есть вообще стремительный рывок, непонятно, конечно. Ну, есть и есть. Само по себе неплохо. Булава. Блин, я каждый раз, когда эту булаву вижу, говорю, булава, мое почтение. Такой в череп кого-нибудь засадит, там не просто череп снесет, там еще сзади какую-нибудь скалу точно в песок, в пыль превратит. Столько шипов, это, конечно. Как ее носить, интересно, вообще? Аж за все углы таскается. А, солнце. Так, ну чё? Аргнянец. Принёс я то, что ты просил. Дош, со мной, что ли? Ну ладно. Чистый кэш. У меня с собой те предметы, что ты просил. Неужто? Раз так, отдай их кэшу. Да-да, получится отличный дым. А, так аджит, я и забыл. Достаточно. Теперь вдыхай глубоко. Да. Быстрой охоты. Вдыхай глубже. О, накрыло. Я хочу обострить твой слух. Дай испарением наполнить твои легкие. Чего ты от меня хочешь? Я давно наблюдаю за тобой. Твои решения интригуют меня. И, возможно, ты подходишь для моего задания. Какого задания? Я послал благословение Мундусу. Смертельную чуму, идущую по бретонским деревням. Один из моих монахов, эльф Аркендор, был послан собрать тех одержимых. По моей воле он отвел их в Птардамс, но с тех пор сбился с пути. Я не потерплю предательства. Иди в Птардамс и убей Аркендора от моего имени. Ну, это прям то же самое, что было только что с Нелотом. Нелот попросил своего последователя запилить. А ты просишь своего, значит, крысёныш. Посмотрите на эту крысу. Она какая-то странная. Мне что с этого будет? О, мелочные смертные. Я почти забыл. За это задание... Я дарую тебе артефакт великой силы. Щит двемерской работы, который защитит тебя от заклятий и мечей. Вернись, когда убьешь эльфа, и получишь его. Ну, ладно. Ясно. Да будет так.
смертный. Теперь иди, убей Аркендора. Неплохо накрыло. Ну, это будет, я думаю, довольно интересно. Одержимые, потому что они же как зомби, такие отвратительные. Так, это нам... Ну, не сказать, что прям очень далеко. Терпимо. Здесь мы уже были, по-моему. Только не по заданию. Интересно, их много там? Долго мы будем бродить? Кукошник, конечно, что надо у этого эльфа. Так, боевые навыки улучшаются, когда вы бьете врагов. Навыки скрытности улучшаются, если вы успешно подкрадываетесь. Интересная боевая система, на самом деле, в Скайриме. Мне очень нравится то, что ты не распределяешь там очки после получения уровня. А качается именно то, что ты хочешь, чтобы качалось. Можно создать настолько разных персонажей. Полумага, полувоина, или там скрытного персонажа, или еще как. Так, ну мы по сути пришли. Двемерские руины. Двемерские руины маленькими не бывают. Так что, скорее всего, мы тут надолго. 10 одержимых я помню еще давным-давно, наверное, с год назад я убивал. Они тут ходили. Но в сам дом я, по-моему, не попал. Так, аккуратно. Да, знакомое место. Сейчас, скорее всего, вылезет. Ой, Дормидон, тихо. Ну ладно, поранил чуть-чуть. Понял. Если здесь кто-нибудь, недоброжелатель какой-нибудь сидит там из угла, подсматривает. Сейчас зайдем, он нажмет этот рычаг, и мы тут останемся навеки. Прекрасно. Хорошо, местные есть. Вроде спокойно. Верхний район. О, мы тут походу будем долго ходить, если это верхний район. То чувствуется, будет еще и нижний, может и средний даже будет. Так что, наверное, с часик где-нибудь, может с полчаса. Так что, наверное, сейчас мы закончим. В следующей серии пойдем разбираться с этими непонятными одержимыми. Насколько я помню, они, ну, натурально зомби, блюют на тебя там, бегают, такие прикольные враги. Из стелса луком их убивать, сплошное удовольствие. Смотреть на это я тоже думаю, будет интересно. Ох. В общем, давайте на этом прощаться, наверное. Увидимся в следующей серии. Пока что, блин, мне это задание как-то очень уж нравится. Надеюсь, нравится и вам. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.